Добрый день, подписчики. В продаже имеется вот такой трактор. Хорошее техническое состояние. Даже еще коллектора не обгорела, краска на коллекторах. 18.01. Покрышки в отличном состоянии. Без трещин. Без каких-то. Так, ну, дребезжит маленькое зеркало. Вот, по наработке кому-то часам. Такая коробка, понижающая педаль. Блокировка заднего моста, подъем. А опускание. Нужно кранчик прижать маленько, слишком грубо. Кран на фрезу, отвечающий за фрезу. Газ, ручной газ. Трассу распущу. Добро пожаловать. Первое Мачищенское шоссе 17/4. Как я и сказал про покрышки. Покрышки без каких-либо повреждений. Вот. Простой, надежный трактор.